Всем привет, друзья! С вами Малдер, мы продолжаем играть в Star Wars. Мы находимся на подводной базе, на планете под названием... Не помню как. Как это называется, блядь, планета? Хуй её знает. Планета. Названия-то что-то нету. Внутренняя часть крепости. Ну, короче, ладно. Мы находимся в крепости Инквизитория. И нам нужно забрать Голокрон, который пиздануло Трила. Беди, помоги, пожалуйста. Ну, сука, ну почему? Как идут дела, Беди? Ну почему я кнопки-то перепутал? Твою мать. Ай-яй-яй-яй. Давайте вы знаете, что сделаем тогда. Тогда мы сейчас... будем медитировать. Я восстановлю одну эту хрень. Как ее? Steam. Надо отдохнуть. Сейчас мы отдыхаем и продолжаем. Там хоть восстановится, как бы пишется, восстановятся наши враги, но тут все утонули. Восстанавливаться некому. Так как часть базы мы затопили уже, часть крепости. Уже рядом. Внутренняя часть крепости. Вижу врага! Отличненько! Второй, следующий! Охренеть! Ой-ой, там этот из пулемета ебашит. А, там двое. В атаку! В атаку! Атака! Нас, сука! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! А тут БДшка что-нибудь будет делать, нет? Мне как туда-то забраться? Никак? Не понял. А как же мне... Туда пройти? А, вот тут еще какое-то помещение. А, так тут лестница, тут ты мудила, блядь. Тут лестница есть. Твою же мать. Попадите по нему, наконец. Перегрелся, да? Отлично. Перегрелся автоматик-то. Ай-яй-яй, какая беда. Тут, кстати, что-то нажать надо. А куда ты побежал? Там тоже что-то есть? Хорошее. А, здесь дверь, наверное, взламывать надо. Ну, давай взломаем. Уважаемая дверь, знакомьтесь, BD-1. Ну, можно без этого вот выебывания? Что я для тебя делал? Без вот этих вот понтов дешманских. Подожди, а здесь-то что-то еще вроде было? Или мне померещилось? Да вон, там что-то нажать надо. Напоминает зал в храме джедаев. Но тут много зла. Это здесь типа какая-то комната для обучения специальная? Хрен ли я сделал? Не знаю. Ну-ка еще раз. Это я пол открыл. Ну, слушай, а давайте откроем. Мы там сможем кого-нибудь из них. Мы же, я так понимаю, в эту комнату сейчас пойдем. Я так понимаю, сможем кого-нибудь скинуть. Как нехер делать, между прочим. Ну, точно. Эй, хуи! Будь ты проклят! Блять, а ты чё не упал-то, ёптебе? Один готов. На моей стороне. Нет, не на твоей, я в стороне. Сука, кончилось, блять! От меня не скрыться. Энергия кончилась, блять. Твоя смерть близка. Эй! Не увернулся я. Удар слабо. Все, нахуй, сжарили. Куда ты убежал, БДшка? Тут что-то есть? Что это такое? Имперская додзё. Это, наверное, вид боевого искусства, как я понимаю. Страшная комната тренировок Инквизитория, где инквизиторы и штурмовики-охотники оттачивают свои смертоносные навыки. Посредством беспощадных боевых и силовых тренировок жуткие агенты Империи готовятся исполнить свое предназначение. Такой подход, основанный на страхе, тьме и злобе, диаметрально противоположен обучению, которое проводится в храме джедаев на Корусанте. Я больше не могу сражаться! Как не могу? Блять, робот бежит, ёпте мать. Сука, ему похую, блять, между прочим, вот этот мой фокус, блять. И что, он так просто уйдет? Огнеметчик, блядь. Я ради его прикрытия, пока не закончу. Огнеметчик, блядь. Никчемный джедай. Ай-яй-яй. Это мужского пола, блядь. Робот, блядь. Пустяковый противник. Как пустяков? Ты сейчас на нас будешь работать, тварь, блядь. Низки. Очень низки. Блядь, там что-то пиздит, нахуй. Давай ебашь вот этого, нахуй.
Огнеметчика, блядь, гребаного. На, сука. На, тварь, блядь. Сложи оружие. Немедленно. О. Я разберусь. О, отлично. Робот давай тоже ебнем, блядь. Все, готов. Оба. Эти самые. Они стреляют, что ли? Перегруппируйтесь! Сюда! Там он одного уронили, блядь, что-то. Нормально так, я швырнул толпу-то, блядь, а? Сука, давайте как-нибудь уже вот. Ну, одного только уронил, ёпта. Кажется, я все. Ну? Все-таки захерачил. Захренать. Пехота, блядь. Опа, все, готов. А ты что тут ездишь, блядь? Эх, нахуй. А кто там закрыл проход? Получай, гад! Робот, робот! Да ты заебала, нахуй! Блядь, сильным ударом напополам просто робота захеранули! Ой-ой-ой-ой! Вот это опасненько, было, блядь, на самом деле. Там двух этот самый... Двухпалочный, блядь! Двухпалочный, блядь, на ухо! Да, сука! Еще разик, блядь! Блядь! Да ты ебучий ты рот, нахуй, а! Готов, нахуй! Куда ты, сэх, пизданул как сильно? Ты глянь, нахуй! Я положу конец твоим страданиям! Что-то интересное? Это какой-то особенный, что ли? Штурмовик-охотник с молотом. Мы такого не видели еще, обалдеть. Медленное тяжелое оружие противника позволяет вам нанести удар на опережение. Контратакуйте, пока противник устанавливает силы после мощной атаки. Ну, про штурмовиков-охотников мы читали. А вот именно про этого, вот, видимо, еще нет. Ты куда побежал? Давай посмотрим, что там за ней. Сейчас посмотрим. Там какая-то камерка. Типа тюрьма, что ли? Что это такое? Джедай, вижу цель в крыле для допросов! Джедай, крыло допросов. Вот так! Пристрелить его! Я ранен! Ты убит, блядь! Блядь, там пол есть! Сука! Там пол есть! Да хватит ты этой своей кувалдометром, блядь, наебывать меня! Ты посмотри, какая скотина! Ну, за него нормально дают-то, кстати. Ну! Нужно убить его! Ты, блядь, прям, я же видел, как он летел даже. Вас тут много, что ли? А я один. Ебать ты! Долго он так не сможет. Да вам пиздеть-то, блядь, сколько угодно смогу. Блядь, граната нахуй. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй. Антроп! Он нас всех убьет! Блядь, я синхуй, блядь! Я вас всех убью. Я для этого сюда пришел, между прочим. Как бы. А кто там такие? Что там? Тут камеры-то пустые. Нам надо вот сюда, как я понимаю, в эту комнатушку залезть. Осторожно. Где-то хи... А, вон там двое их. Один, точнее. Ко мне. Быстро. Ко мне. Штурмовик, штурмовик там где-то. Мне надо на второй этаж, я так понимаю. Каким-то чудным образом залезть. Он там я вижу. То ли проход, то ли чего ли. А может тут стекла нету ли? Нет. Может тут стекла? Нет, элементарно. Не понял. А, вон туда, наверное, нам надо. Смотри-ка, я прям. Прям. Конечно! На лету ебашу. Ну, еще разик, давай. Удачи, еще разик. Хопа, все, готов. Теперь это все. Кэл, я рядом, но за закрытой переборкой. Рядом с тобой есть консоль. Рядом со мной есть консоль? А где? Церы рядом, но за закрытой переборкой. А где консоль-то? Вот это вот? А, слушай, точно. Нашел. Ха!
Это впечатляет. Ты как там, в порядке? Обо мне не волнуйся, миссия важнее. Но как же приятно тут все разрушать. Нас держали в этой тюрьме. Жаль, только спасать здесь уже некого. Мне жаль, что мы сюда вернулись. Как и мне. Но разве у нас был выбор? Понимаю. Нам надо идти. Да, быстрее закончим. Видишь следы Триллы? Нет, пока нет. Они держат голокрон внутри камеры для допросов. Это самое надежное место в крепости. Открываю тебе путь к голокрону. Отыщи голокрон. Я с ними разберусь и присоединюсь к тебе позже. Вот эта сцена очень напоминала сцену с Топалом, когда его грохнули, кто помнит. Вот эта дверь открылась. Сейчас мы туда и направимся. Я так и думал, что она откроется, только не знал, как. Каким образом мы могли ее открыть? Это лифт? Похоже, это турболифт. На нем можно выбраться. Ну, нам выбираться-то пока рано, я так подозреваю, да? Цитадель крепости. Тут у нас вот мосток выдвигается. Где же Трилла-то? Мы же должны ее тут встретить. Уже близко. Эй, беди один. Ты хороший друг. Впервые вижу такое. Продвинутые технологии даже для Империи. Система безопасности. Система безопасности внутри крепости представляет собой сложную сеть, управляющую мостами, крыльями, переборками и порталами. За счет использования многоуровневой отказоустойчивой структуры Империя контролирует каждый уголок сооружения и мгновенно реагирует на любые происшествия. При необходимости вся крепость может быть намеренно разрушена или затоплена для предотвращения побега заключенных. Это мы уже с вами слышали. Это мы уже с вами видели. Ну, если так разобраться... Бляху-муху, вот это пухи, блядь. Если так разобраться, то... То чего? То уже все знают, что мы здесь. Именно в этом секторе. Вопрос в другом. А, еще что-то нажать надо. Нажимаем. А пухи работают? Дадут пострелять? А нам, наверное, надо будет с помощью них взломать вот этот... Вот эту дверку. Подожди. Давай, БДшка, что там? Их сломали, избили и обратили к темной стороне. Камера допросов. Центральная камера допросов крепости является комнатой пыток, в которой захваченные джедаи и владеющие силой подвергались страшной процедуре, призванной обратить их в инквизиторов. По прямому распоряжению императора Палпатина, я в кино вроде слышал это слово. Палпатина, это сооружение проектировалось для психологического и физического изнурения заключенных, чтобы они поддавались темным принципам инквизитория. Именно здесь погибают джедаи и рождаются инквизиторы. Пухи. Пойдем, беди. Что? А почему ты спрыгнул? Пухи. Пухи не работают, но они друг на друга смотрят. Что-то тут надо сделать. Во-первых, сохраниться для начала. Во-вторых, наверное, стоит отдохнуть, так как у меня... А, там еще два очка. Давайте отдохнем. А хули бы нет-то, правильно? Сюда мы все равно больше не вернемся, как бы. Древо навыков, как я подозреваю, мы все-таки каким-то другим путем будем... возвращаться на богомол. Бросает двусторонний меч, мне нахуй не нужен. Атака с воздуха позволяет Кэллу оттолкнуть ближайших врагов при приземлении. Удерживать замедление позволяет... Нет, это что тут еще есть? Удерживайте притяжение, контейнерность... Нет. Мощное притяжение притягивает группу врагов к Кэллу. Да тоже какая-то херня. Ну, не знаю, что тут вот взять. Замедление позволяет... Замедлением я практически не пользуюсь. Позволяет Кэллу... Ну, давайте... Увеличивать длительность замедления. Давайте это сделаем. Тут останется совсем чуть-чуть. А вот зря, кстати, не пользуюсь-то.
так бы раз, вот на этих роботах особенно, перед тем, как он тебя схватил за яйца, раз бы, блядь. Познакомься с Биди. Замедление сделал, и все. Вот она, камера пыток-то. Вот она. Камера допросов, точнее. Но тут нет ничего? Пиздануть. Ну вот она, красотка. Трилла Судури, блядь. Эх ты, сука, какая тварь, а? Не надо так делать. Сэк, нихера себе, вот это умение у тебя. А ну-ка, замедление сейчас, пизданем. Слушай, вот замедление, кстати, вот теперь вроде бы как бы даже и нормально. Ну не надо выебываться. Страдай, блядь. Ах ты, сука, тупая, блядь. Силы, силы на исходе. Ты еще поплатишь. Как, блядь, поплах, твою мать. Дай что ж ты, блядь. Бой от боли. На, ты прям в нос ей захерачил, блядь. Ага, мимо, блядь. Хуёв тебя, Тачан. Так, замедление, замедление работает, блядь. Трилла, я видел, через что ты прошла. Знаю о твоих страданиях. Еще не поздно простить. Простить? Моя боль придала мне сил. Я знала, что ты придешь за ним. А спасибо. Тебе не выбраться отсюда живым. Тебе не уйти. Пиздишь. Слушай, замедление работает нормально, нахуй. Эй, блядь, не надо так делать. Что, что, уже упаду, блядь, не надо. Тебе не победить. Что, глокрон упал у нее из кармана? Это не глокрон, это какая-то мина была, блядь. Это какая-то граната, блядь, что ли, блядь. Дай, это сам, Стим, пизданем. Отлично, вовремя. Я тоже кидать-то могу, между прочим. Ты овца, блядь. Ах, световая. Свет-шумовая какая-то, блядь. Граната, нахуй. Это, блядь, я правильно нажимаю? Правильно. Давай. На, сука. Охренеть. Да заебешься с этой гранатой. Меня не видать ни хера. Ты пожалеешь об этом. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну сейчас все, уж почти добили ее. Кэл! Голокрон у меня. Это мой шанс. Все кончено, Трилла. Это еще не конец. Этот бой окончен. Я знаю, что тьма поедает тебя изнутри. Но каждый день мы выбираем, накормить ее или гнать. Все это зря, Цере! Нет, не зря. Я понимаю, что мой выбор лишил тебя права выбора. И я подвела тебя, Трилла. Я подвела. И мне ужасно жаль. Как же я ненавидела тебя.
нравится мне это. Еще бы. Это он. Ты подвела меня, Инквизитор. Отомсти за нас! Кэл, беги! Будет разумнее сдаться. Да. Пожалуй. Что, блядь? Вейдер, блядь! Сдайся! Я не хочу сдаваться, блядь. А что делать-то надо? Прицельтесь. А, вниз, что ли? Я не пойму, что делать надо. Прицельтесь, блядь. Начало. Что за хуйня? Подожди, возродиться? Включить захват цели. Так, погоди. Включить захват цели. Ну, давай. Возродиться. Ты, короче, грохнул, да? Так понимаю. Ах ты, сука! Я и думал, мы его тут не увидим вообще в этой части-то. Ёб твою мать. Тебе не сбежать. Прицелиться, блядь. Куда прицель? А и чё дальше-то делать? Никчёмно. Ну подожди, я не понимаю, что дальше делать, блядь, ёптима, что нажать? На пипирку, блядь, на эту. Сменить тип светового меча. Да не надо мне нахуй менять ничего. Что-то надо нажать. РС это. Нет, РС это, блядь, посередине эту пипирку нажимать. Ну. Прицелиться, блядь. Ясен хуй, блядь, я его не пробью, блядь. Сдавайся. Прицелиться, блядь, ну ебаный ты рот, нахуй. Я не знаю, что делать, честно вам скажу. Слаб, как и весь твой орден. Пизданулся, что делать, блядь? А может держать надо? Ну, вряд ли, блядь. Такого вроде бы в играх-то и не было. РС, блядь, РС, РС, РС. Прицелиться, блядь. Ну-ка, нахуй. Вейдер, блядь. Вейдер, блядь. Слабак. Ну хуй ты, нажимай я на нее, ебаный ты рот. Не работает, ну чё? Не работает, стих, сука. Как и орден. Что нужно сделать? Бля, а может на клай попробовать? Погоди, сейчас переключится же она. Сейчас на клай попробуем. Надо что-то нажать. Нет, клав-то, блядь, как бы под руками. О, нормально. Сейчас он что-нибудь сделает, и мы это самое поймем, что хотя бы надо нажимать. Так. Смирись. Не смирюсь, блядь. Что надо нажимать? Прицелиться. Еще лучше, нахуй. А, я понял. Ёб твою мать. Я понял. Вон ту херню. Эх, сука. Надо посмотреть и умением ту трубу вот сорвать, как я понял. Логично же, она там подсвечивается. Надо ему по хребтине пиздануть Вейдеру. И он заплачет и убежит, блядь. Ты смотри, какая у него скорость, блядь. Просто нечто, нахуй. Так, прицелиться. Ага. Не сработало. Не сработало. Бежим скорей. Ебать колотить, нахуй. Берегись. Надо вот сюда вот. Жаль пушки. Там турболифт. Бежим. А цер это, блин, цер это у нас. Ебаный рот. Цер это у нас. В эту самую, в пропасть, туда, вон, в лаву скинул он козлина.
Вот какая сволочь. Ну, он, наверное, не убил ее, я так предполагаю. Дуем отсюда! У него аж... О, ёб твою мать, уж здесь. Давай! Иди, назад! Что? Сыкотно, между прочим. Дарт Вейдер! Лишь единицам удалось пережить встречу с самым могущественным ситхом галактики. Спастись можно только бегством. Дарт Вейдер, грозный темный лорд ситхов, загадочный поборник империи. Столкновение с этим машиноподобным человеком редки и обычно приводят к гибели того, кто перешел ему дорогу. Вейдер владеет темной стороной силы и управляет инквизиторием. Нихера, блять. У него шлем только какой-то матовый. Он у него ж блестючий был, прям лаковый. А это что-то не светит, не блестит ни хрена. Надо бежать. Мы оторвались. Я очень сильно сомневаюсь. Я-то в порядке. Церы, я не подведу. Церы все, церы точно, видать, больше нету, раз Калюха сказал, что не подведет. Парень, как слышно? Не отвечают. Ответит, я в этом уверена. Грис, я здесь, направляюсь наверх, будьте готовы. Голокрон у меня, но церы, она не смогла, Грис. Церы? Выбирайся оттуда, Кэл. Торопись, Кэл, мне жаль. Отдай Голокрон. Ты не получишь его. Посмотрим. Не позволю забрать детей. Сколько ненависти. Из тебя бы вышел превосходный инквизитор. Ты сильнее этого. Нет, нет! Да. Темная сторона силы. Она наполнена ею. Церы, эй, послушай меня. Всегда есть выбор. Сейчас шапка-то действительно блестела у него. Ну и Цера не умерла. Сейчас он, наверное, спасет ее. Ее чуть темная сторона силы не поглотила. Охренеть. Ну, ты че? О! Машулька. Ха-ха-ха, нам поможет. Эй. Эй. Эй, парень. Кэл. Кэл. Цера. Она жива. Жива. И ты... Получилось. У нас? Получилось! Полегче. А где все? Они там... Эй, куда? Погоди же! О! Прости. Там в воде была ты, да? Рада, что ты жив.
Он не отходил от тебя. Спасибо. Привет. Привет. Что теперь? Что ж, капитан, это конец моего фрахта. Ты выполнил свой контракт. Спасибо, Грис. Ну, если ты не против, я тут подумал, что, может, мне стоит остаться и отвезти вас куда захотите. Ну и парень вроде равняется на меня. А что с этим? Используем, чтобы возродить орден. Следующее поколение джедаев. Империя охотится за нами. Будет и за ними. Жизнь каждого ребенка из списка будет изменена. Но не нами. Их судьбы следует доверить силе. Так куда теперь? Это все, как я полагаю. Звездные войны! Павший орден, да, и правильно называется? Переводится, точнее, господи, блин. Слушайте, это охренительная игра. Это просто игра божественная. Есть несколько, конечно, недоделок. Я бы вот ввел прокачку меча, я уже говорил об этом. Прокачку костюма своего, чтобы была какая-то защита или усиление урона. Но в целом игра просто охренительная. На самом деле, меня даже заинтересовало, уж чего греха таить, эта вселенная. Я даже, возможно, посмотрю какие-то новые эпизоды, которые... Фильмы, имеется в виду, которые были сняты после шестого, потому что я смотрел только 6 эпизодов. Но я во время прохождения этой игры хотел посмотреть, пересмотреть эти 6 эпизодов первоначальные. Ну, не получилось, я посмотрел только 5. Но обязательно, обязательно я как-то уделю время, посмотрю новые фильмы. Да, очень жду продолжения, точнее, буду ждать продолжения игры. Возможно, оно будет. Хотя какие-то слухи-то вроде есть. Я тут приобрел еще какую-то часть «Звездных войн». Возможно, как-нибудь мы ее пройдем. Там, по-моему, 2008 года игра, что ли, или 2009, но вроде как бы неплохая тоже. С вами был Малдер. Всем спасибо, что смотрели. И прохождение затянулось. Надо признать, 30 серий получилось. Но игра отличная. С вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых прохождений. Всем пока.